Любители романсов накануне собрались в филармонии. Молодой петербургский музыкант Евгений Южин, лауреат многих престижных международных конкурсов, представил программу «Средь шумного бала». Чарующие мелодии романсов проникся и наш корреспондент Антон Ивылов. Чайковский и Дергомышский свое выступление на сцене Самарской филармонии Евгений Южин начал с признанных классиков русского романса. Не случайно программа носит название «Средь шумного бала» по первой строке известного стихотворения Алексея Толстого. Ведь в каждом романсе свое любовное переживание. Послушать как бы романсы, песни, вот, потому что на такие концерты как бы ходим время от времени. Я купила здесь же диск, и, может быть, первые впечатления, они были немножко сложнее, поскольку первый раз, но зато все лето, в это жаркое лето, я ставила в своем загородном доме, это слушала вся Бахилова поляна, и громко очень делала, и все мне благодарили. В Самаре Евгений Южин побывал второй раз. Прошлой зимой со сцены звучал в основном городской романс, и неаполитанские песни, и образчики советской эстрады. Сейчас музыкант трудится над программой «300 лет классического романса». В нее войдут произведения не только на русском, но и на немецком, и на французском языках. Сначала, конечно, не одинаково легко. Все зависит от специфики языка, от понимания музыки композитора и от того, в какое время он писал. Ну а потом, конечно, выравнивается, конечно, трудом, методом проб и ошибок. Все получается. По мнению критиков, одно из главных отличий Евгения Южина – он не просто исполняет произведения, а проживает их как драматический актер. И у него уже появилось достаточное число своих поклонников. Антон Ивылов, Константин Тахтаров, «Вести Самара».